Городской конкурс «Смотр» детских вокальных коллективов «Зажги свою звезду» ежегодный. И каждый раз маленькие таланты не оставляют равнодушными уважаемое жюри. Голосистых звездочек немало. Талант, как драгоценный камень, нужно отшлифовывать, чтобы добиться яркого идеального блеска. Своим примером это уже когда-то доказала маленькая Надежда Добуш, воспитанница Дома культуры Большой Коренихи. Она победительница многих почетных конкурсов и обладательница высоких наград. Сегодня она лишь открывала официальную часть награждения. За призовые места в этом году состязались 50 участников. Дом культуры Большой Коренихи принимает таланты из городских ДК со всех уголков города. Здесь и Кульбакина, и Корабельный район, и Матвеевка. И вот эта программа, что депутатского корпуса и мэра, и управления культуры, что власть и депутатский корпус повернулись лицом к отдаленным районам, к детям, это наши же горожане, это жители Центрального, Корабельного, там, Ингульского района, Заводского района. И пришла власть уже в эти отдаленные. Я вижу на планово-бюджетных комиссиях, как выделяются деньги на реконструкцию и на ремонты этих закладов культуры. Для каждого из победителей вокал – это особая магия, которая увлекает за собой в мир музыки. Когда я на сцене, мне хочется передать всем, кто сидят в зале, всю свою эмоцию, все, что переживаю, все, что я чувствую. Я люблю петь джазы, вот такие сложненькие. И я, бывает, хорошо спою, мне все кричат «молодец». Мне очень нравится петь, я занимаюсь уже 6 лет. Закончила музыкальную школу с красным дипломом. В этом конкурсе было поучаствовать то, что как выйти на сцену, пропеть это все, почувствовать себя на сцене с этими песнями, увидеть себя, ну, и получить приз какой-то, какой я заработала. И то, что в этом году конкурс проходил именно во Дворце культуры Большой Коренихи, неспроста. Ремонта здесь не было давно. Теперь же все изменилось. Это ДК посещают и дети с ограниченными возможностями, поэтому для них должны быть созданы дополнительные условия. После действительно аварийного состояния этого зала в прошлом году мы его отремонтировали сам зал, перекрыли крышу, отремонтировали фасадную часть. Сегодня очень остро стоит проблема ремонта фойе. Но я очень надеюсь, что депутатский корпус нам поможет. До конца года в Доме культуры будут новые кресла, уже заключен договор, уже провели мы по новой системе через офис Прозора, провели покупку этих кресел. То есть сегодня Большая Корениха в ожидании подарков для Дома культуры. Луиза Ерёмина, Руслан Чернялис, MSN Digest.